Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую у себя на кухне, и сегодня я предлагаю приготовить вам шоколадный пирог. Классический и простой рецепт. Для приготовления вам понадобится 125 грамм муки, 125 грамм сахара, сливочное масло, разрыхлитель, 4 яйца, плитка шоколада и формочка. На маленький огонь ставим растапливаться сливочное масло и шоколад, регулярно помешивая. Также вы можете это сделать в микроволновке или на водяной бане. Предварительно ставим нагреваться духовку на 170 градусов. В подготовленную емкость выбиваем 4 яйца, высыпаем сахар, взбиваем в пену. Добавляем разрыхлитель в муку и высыпаем в яично-сахарную смесь. Замешиваем. Разрыхлитель можно заменить содой, гашеной уксусом. Растопленный с маслом шоколад отправляем в смесь яиц, сахара и муки и хорошо перемешиваем. Форму хорошо смазываем сливочным маслом. У меня форма в виде сердца, но вы можете использовать, конечно, любую другую форму. И присыпаем немного мукой. Остатки муки можно стряхнуть, перевернув форму вверх дном. Заливаем тесто в форму. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Ну, смотрите, в зависимости от вашей духовки и от размера вашей формы. Проверяем готовность кончиком ножа. Он должен выйти сухим. Даем пирогу остыть и достаем его из формы, выкладываем на блюдо, украшаем по желанию. Я украсила розочками, которые я сделала из ирисок, но вы можете украсить так, как вам больше нравится. Пирог очень хорошо поднялся и получился высокий, и сейчас мы его попробуем. Вот какой он пышный получился. Удивительно нежный шоколадный вкус. И еще один кусочек. Очень советую попробовать вам этот рецепт. Но это просто очень-очень простой рецепт, и даже любой новичок с ним справится. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения.